السلام عليكم ورحمة الله. Дорогие братья и сестры, уважаемые единоверцы, соотечественники, сегодня в мечети очень много представителей посольств различных мусульманских государств, и мы будем вспоминать наш Кудс, который в сердце каждого из нас, выражать свою солидарность с братьями из Палестины. И прежде чем к этому мероприятию приступим, хотел бы дать слово гостям из республики, Исламской республики Иран. Есть определенная группа, которая называется «Иман». Они читают Коран, читают нашиды прекрасными голосами. И сейчас мы им передаем слово от имени посольства, от имени Духовного управления мусульман Российской Федерации. Они выступят перед нами. Пожалуйста. بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون لو السلام المؤمن المؤمن
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله